Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. На сегодняшний день нам ни пенсии, ни зарплаты не платят. Мы обслуживаем людей весь период, а то ни на один день не закрывали сердца. Очень благодарны пище жизни. Очень. Почему? Потому что помимо того, что они кормят, они нам помогают. Вот Татьяна сегодня принесет там печеное, Сережа готовит здесь. Ну, они относятся, знаете, вот как к своим родным. Изменилось ли что-то жизнь у ваших подопечных пенсионеров, которых вы кормите с момента, ну, начала боевых действий и момента до войны? Как бы что-то поменялось? Конечно, поменялось. Люди сюда приходят, они приходят действительно за теплотой, они приходят, они узнают, кто-то звонит и спрашивает, а будет обед? Если раньше, когда мы готовились, были такие моменты, когда люди перебирали что-то, что-то им нравилось, не нравилось, сейчас они приходят сюда поесть и считают, что для них это как праздник. Если вдруг там спекли, пожарили оладушки или что-нибудь сладенькое такое, то они считают, что это для них в этой ситуации, да, что это такое. Но дело не только в пище, да, а дело в отношении. Они действительно чувствуют здесь заботу, чувствуют, что они нужны, что кто-то о них заботится, что они не брошены никем. Есть люди, которые как бы стараются, они приходят сюда за той теплотой и отношением, за заботой. В этом территориальном центре первый раз мы готовили обед 16 мая 2007 года. Сейчас 2014 год, декабрь месяц, 1 декабря. Вот столько лет, каждую неделю, иногда два раза в неделю, мы кормим людей, нуждающихся, которые нуждаются в еде, которые нуждаются в заботе. И стараемся готовить им пищу благостную, которая вегетарианскую, которая не содержит в себе никаких моментов насилия. Нормально, теперь немножко ненормально, какая-то стрельба со всех сторон. Мы будем надеяться на лучшее. Сегодня, завтра, послезавтра, может, все будет лучше. На Господа Бога надеемся, Он поможет нам. Война вот эта, она не радует, понимаете? Сколько вот это нас, это, как говорится, людей страдают. Вот. Мы так хотим, чтобы был мир. Никуда, 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 ник
Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.